Всем привет, на связи Cloud Geo. Сегодня мы отойдем от тематики моего канала и посмотрим, сколько мне принес YouTube за первый месяц монетизации. Я знаю, что меня смотрят ребята, у которых тоже есть YouTube-канал по похожей тематике или по такой же тематике. У кого-то подключена монетизация, у кого-то нет. Я думаю, им будет интересно посмотреть, если у них не подключена монетизация, на что они могут рассчитывать. А те, у кого подключена, могут сравнить, насколько наши выплаты отличаются. Итак, сейчас мы находимся в моей творческой студии. Перед тем, как я покажу вам свой доход за первый месяц монетизации, я хочу сказать, что YouTube заплатил мне достаточно много. Учитывая то, что у меня очень мало подписчиков и не очень много просмотров, эта сумма действительно большая. Если сравнивать вот в среднем по YouTube, в среднем по каналам с 3000 подписчиками. Хочу, чтобы вы сейчас поставили видео на паузу и написали в комментариях, как вы думаете, сколько мне заплатил YouTube за первый месяц монетизации. Мне просто будет интересно почитать, как вы считаете, сколько выплачивает YouTube. Надеюсь, вы уже это сделали. Итак, давайте посмотрим же, сколько выплатил мне YouTube. Переходим во вкладочку «Доход». И тут мы видим $121. Да, это считается очень много для такого канала маленького, как у меня. Но $121 это цена не за полный месяц. За полный месяц вышло около $97. И $18 это были транзакции, то есть во время стрима какие-то платные сообщения или покупка каких-то смайликов, оформление спонсорства. Вот, вы можете посмотреть, что доход от транзакций суперчат $16.5 и спонсорство $1.5. Вот, и также YouTube Premium тоже чуть-чуть доплатил $5.48. Если смотреть по месяцам, то в апреле мне выплатили $45, но в апреле у меня монетизация была подключена только с 22 числа. А май, получается, это полный месяц, он еще не закончился, но тем не менее, я думаю, что за этот месяц я получил около $100-110. Также доход на 1000 просмотров составляет у меня $1.36. Это достаточно много для такого канала, как у меня. И цена за 1000 показов по воспроизведениям тоже весьма немаленькая. $3.62. Вы думаете, наверное, что это не очень много, но я смотрел ролики других ребят на YouTube, и вот сумму в $100 некоторые люди не могли собрать по полгода. Мне же удалось это сделать за чуть больше, чем месяц, поэтому у меня показатели в плане монетизации достаточно хорошие. Также здесь есть вкладочка, в которой мы можем посмотреть видео, которое принесло мне больше всего денег. На данный момент это Metal Game War стрим, розыгрыш NFT. Скорее всего, здесь цена такая большая, потому что во время стрима кто-то сделал платное сообщение, поэтому она так поднялась. Следующее видео идет, что будет с Trillium обновление в Alien Worlds. Ну и все остальные, вот за исключением тоже видео по Alien Worlds, в принципе, уже намного меньше. Также здесь можно глянуть доход на 1000 просмотров. Я думаю, если кому-то интересно, вы сможете поставить на стоп и глянуть. Вот как-то так, ребят. Такие небольшие цифры выплачивает YouTube своим авторам. Также, если вы подписаны на мой телеграм-канал, а я настоятельно рекомендую подписаться, потому что там вы сможете найти новости блокчейн-проектов, бесплатные раздачи NFT-карт и многое другое, то вы видели скриншот, который я присылал вчера вечером о том, что у меня хотят купить канал. И я сделал опрос, стоит ли продавать канал или пока стоит подождать. И сегодня утром, когда я проснулся, я обнаружил десятки сообщений от своих зрителей, которые говорили, продавай его сейчас или наоборот, не продавай, не смей, зачем ты столько труда вложил. Ребят, конечно же, это все шутки, и я не собираюсь продавать свой YouTube канал. Но мне было интересно посмотреть, какую цену мне готовы предложить за такой маленький канал, как у меня сейчас, поэтому я решил задать вопрос этому человеку. Пока ответ я на него не получил, как получу, обязательно вам сообщу в телеграм-канале, пришлю тоже скриншот, и мы сможем с вами это как-то обсудить. И, конечно же, я напомню еще раз вам, что сейчас вы еще можете приобрести NFT-карту планеты Эльки от моей команды. Это фан-арт.
Дроп еще будет работать несколько часов, поэтому кто еще не успел, можете перейти по ссылочке в описании и успеть приобрести вот такую красивую NFT для проекта Alien Worlds. Вот такое коротенькое видео получилось. Надеюсь, оно было вам интересно. Если так, поставьте лайк. Если оно вам не понравилось, поставьте дизлайк. Подпишитесь на канал. Всем хорошей недели. Всем удачи. Всем пока.